СТС Лав представляет. Они клянутся друг другу в вечной любви. Они не могут и минуты прожить без своих половинок. Они знают друг о друге абсолютно все. Они готовы бесконечно говорить друг другу «Саранхэ, я тебя люблю» по-корейски. Но сегодня я, главный кореец страны Анатолий Цой, проверю, насколько все это соответствует действительности. Вы готовы увидеть это прямо сейчас? Тогда мы начинаем шоу «Саранхэ». Это «Саранхэ» — шоу, где влюбленные получают деньги лишь за то, что знают друг друга по-настоящему хорошо. Сегодня этот тест на любовь пройдут Егор из города Кинель, Самарская область. И Мария из сибирского города Минусинска. Маша и Егор — студенты. Она будущий политолог, он юрист. Причем учатся в разных университетах, а не то, что вы подумали. И познакомились совсем не на парах или в общаге. А где вы познакомились? Ой, наше знакомство — это история на века. Познакомились мы в троллейбусе. В ночном. В ночном. В ночном. По ночам, значит, политологи и юристы выходят на улицы. Да, у нас была конференция. Захватывают автобусы. И катается. Класс. Ну, это романтично очень. Я считаю, да, это самый романтичный момент всей моей жизни. А скорее. В каком из городов? В Москве. Кинель? А, то есть мы уже в Москве, здесь, в Москве? Да, мы да. в Москве. Вы переехали сюда, чтобы учиться, чтобы и учиться. Познакомились в автобусе. Просто романтика. Вслед... Вот я знаю, что вслед за любимым, Маша, ты готова... уехать хоть на Северный полюс. Да, это так. Вопрос, Егор, к тебе. Чем ты там будешь заниматься? Как юрист. А я как юрист, я всегда найду, чем заниматься. Даже на Северном полюсе, так сказать. Найдем тех, кому защищать нужно... Защищать права медведей. И... Конечно, коренных малочисленных народов. Пингвинов. Пингвинов, конечно. Правильно. Судя по тому, что вы здесь, вы знаете друг друга на все 100. На все 100 тысяч рублей. Именно такая сумма на кону в нашем шоу. Эти 100 тысяч уже ваши. Но чтобы их забрать, нужно всего ничего. Ответить на 10 вопросов друг о друге. Совпали ответы? Молодцы. Если нет или не успели ответить на отведенные 15 секунд, теряете 10 тысяч рублей. Один раз за всю игру каждый из вас может отказаться от ответа, но тогда вы теряете 20 тысяч рублей. Есть и приятное. Вы сможете утроить свой выигрыш в нашей суперигре. Но об этом я вам расскажу чуть позже. И если вы готовы... Вы готовы? Да. Да, мы готовы. Скажите друг другу «Саранхэ», и мы начинаем! Саранхэ! Сколько вам лет? 20. Самое время зарабатывать деньги. Поехали! Поехали. Итак, первый вопрос для Маши. Маша, какой любимый вид спорта у Егора? Время пошло. Очень прям резко реагирует. 20 лет, так много энергии и сил. Стоп, тайм. Посмотрим, что же ответила Маша. Футбол. Ну, в принципе, логично. Мужики любят футбол. А он вот играет или просто да, смотрит? Да, он играет. А, он прям играет. И профессионально занимался, насколько я знаю. Насколько она знает. Посмотрим, насколько же она знает. Что ответил Егор? Итак, ваши ответы совпали. Ты сейчас можешь как футболист натянуть футболку, пробежать вокруг подиума. Да. Так, первые 10 тысяч рублей у вас в кармане, друзья, я вас поздравляю. Круто. Спасибо, Маша, спасибо. Спасибо, что ты знаешь, что я люблю, да? Первые деньги в общем бюджете. Да, класс. Очень круто. Едем дальше. Итак, следующий вопрос для Егора. Слушаю. Запах чего Маша не любит больше всего? Время пошло. Маша так пишет и немного с отвращением, что это пишет. Я же больше всего его не вижу. Итак, время закончилось. Посмотрим, страшно, что же ответил Егор.
Егор ничего не написал, к сожалению. Нет, ответ написал, написал. Итак. Серьезно? Запах духов? Ну, чужих. Чужих духов. Чужих духов. То есть человек прошел, он такой, фу. Еще один прошел, фу. То есть вы смеетесь, она любит... на самом деле так. То есть она любит только твой запах и свой запах духов, да? Да. Да? Давайте посмотрим, что любит ли она твой запах. Запах пота. Ну, у меня была эта мысль, честно. Ваши ответы не совпали. Это сейчас, мне кажется, вот камень в огород футбола там. Духи. Бегаешь много. Мил, ты где? Если ты футбол любишь, как ты... Ладно, все. Я не нюхаю вас. Это все антипреспирант. Продолжаем. Итак, Маша. Маша, смог бы Егор украсть в магазине украшений ради тебя любимой? Время пошло. Быстро вообще. Просто так очень ехидно улыбается. Уже делал подобное? Для меня самого будет шашок. Смогу ли я это или нет? Давайте посмотрим, что же ответила Маша. Да, все просто. То есть прям... Или уже было? Он просто... Нет, нет. Притащил. Держи. Но мог бы. Но мог бы. Но мог бы. Давайте посмотрим. Ваши ответы совпали. И то есть, смотри, прибегает он, значит, любимая, смотри, какое колье. Это я украл, но для тебя. И ты такая, молодец. Пойдем продадим и поедем куда-нибудь. Не, на самом деле мы не такие. Я же юрист, я отвечаю за законность наших отношений. Что это, эту программу не смотрят правоохранительные органы. Итак, ребята, 20 тысяч рублей уже у вас в кармане. 20 лет, 20 тысяч. Да, и все заработала Маша у нас. Тысячи на каждый год. Ну что, едем дальше. Вы готовы? Готов. Итак, следующий вопрос. Егор, флиртовала ли Маша со своим преподавателем ради высокой оценки? Время пошло. Стоп, время. Очень интересно улыбается Егор. Вспоминает, как сидит такая, а Машка-то моя с этим, Дмитрием Юрьевичем. Посмотрим, что же ответил Егор. Да! Так еще подчеркнул, нарисовал. Было? И тут улыбка пропала. Так было или не было? Так я думаю, ты бы смогла бы. Ради оценки-то можно было бы попробовать. Они все стариканы, какой флирт! Давайте посмотрим, что же ответила Маша. Ее же родители смотрят, ваши ответы не совпали. И 10 тысяч рублей, к сожалению, вы потеряли. Не стоит отчаиваться, потому что... Да нет, мы не отчаиваемся нисколько. Да, это прекрасно. Зато, во-первых, она не флиртовала никогда ни с каким преподавателем. Можешь расслабиться, видишь? За 10 тысяч узнал как бы. Типа, флиртовала с преподавателем? Нет, вот тебе 10 тысяч! Только, получается, мухики вообще. Но они мимо пролетели. Сели, просто, да, в окошко. В окошко, да. Да. Ну что, едем дальше. Это Саранхэ. Шоу, где влюбленные получают деньги лишь за то, что знают друг друга по-настоящему хорошо. Сегодня наш тест на любовь проходит Егор из города Кинель и Мария из Минусинска. Ребята, слышите, какие овации? Это все для вас. Уже 20 тысяч рублей в вашем кармане. Да, надо зарабатывать деньги уже. Да. Такие овации. Чувствуете уже себя звездами? Конечно, надо уже все. Поедем дальше. Итак, Маша, вопрос для тебя. Какую актрису Егор считает эталоном сексуальности? Время пошло.
Очень интересно. Егор не задумался, он знает конкретно свой эталон. У Маши есть сомнения, и ей справилась Маша. Давайте посмотрим, что же ты ответила. Джоли, та самая Анджелина, которая Брэд Питтовская? Давайте посмотрим, что же ответил Егор. Ну, Дженнифер Лопес. Как он в шоке просто, Маша! Я не знаю. На самом деле, для меня эталон красоты — это Маша. К сожалению, я не мог написать ее, потому что она еще не актриса. Видимо, Маша, самое время подаваться в актрисы. Я и все занять уже место, понимаешь? Почетное. Да, должное место уже нужно занимать, да. Уже пора. Эталоном красоты среди актрис. Ну что, молодцы, ребят. Поедем дальше. И следующий вопрос для Егора. Егор, с какой своей вредной привычкой Маша хочет расстаться? Время пошло. Маша точно знает, с какой же привычкой. Мне прям очень интересно, что за там привычка. Егор справился? Да. Стоп, время. Давайте посмотрим, что же ответил Егор. Лень. Да, это прям очень... Ну, видимо, не очень, раз Маша так на меня реагирует. Мне очень стыдно за мой ответ, на самом деле. Может, для меня надо и будет ленивый, но мы будем бороться с этим в любом случае. Давай лучше вот с этим. Давайте посмотрим, что ответила Маша. Маты! То есть ленишка... Какие? Гимнастические маты или какие-то? Нет, матерюсь, ты что? К сожалению, ваши ответы не совпали. Что значит лень? Это вообще неплохая привычка. Это образ жизни. Правда ведь? Скажи, да? Двигатель науки еще скажи, да? Это лень. Действительно, я с помощью лени познаю себя. Познаю тебя. Плохо познаешь, Маша, раз мы не можем выиграть деньги. Ой. А с помощью матов что ты познаешь? Ну, просто интересно. Был у нас просто вчера один парень очень веселый. Она ругается просто на меня. Да, я познаю его с помощью лени и как бы ругаюсь с помощью матов. Класс! Давайте продолжим, друзья. И следующий вопрос для Маши. Только не про актеров. Итак, Маша, Егор позволит тебе побриться на лысо, если ты этого захочешь? Время пошло. Нужно всего лишь да или нет. Стоп, время. Посмотрим, что же ответила Маша. Нет. Почему? Потому что он любит мои волосы. Нет, ну... Ну, все равно вот... нет. Он все равно всегда стоит на своем. И вот ты пришла, хочу. Принимать решение. Волосы не зубы, отрастут. Нет, да? Зубы тоже можно вставить. Нет, нет. Мне кажется, нет. Да? Егор, согласен ли ты с ней? Нет. Ваши ответы совпали. Еще 10 тысяч, 30 тысяч рублей вы уже заработали. И осталось еще 3 вопроса. Возможно, заработать еще 30 тысяч рублей. Поэтому не будем расслабляться. Продолжаем. И следующий вопрос для Егора. Егор, обручальным кольцом с камнем во сколько карат Маша осталась бы довольна? Время пошло. Думаешь, хватит? Так как-то... Итак, посмотрим. Посмотрим, что же ответил Егор. 5. А как же 50 карат? Кур, понимаешь? Чтобы ходить чуть перевешивало. Понимаешь, чтобы все видели. А я забочусь о ней, чтобы все нормально было. Искривления позвоночника не было. Камни тяжелые, таскать 5 не достаточно. Надо. А да? Я не знаю, такой камень существует или нет. Да? Давайте посмотрим, и мы тебе расскажем, существует или нет. Сто карат? Ты представляешь, 100
100 карат. Маш, мне придется тебе охрану нанимать с таким камнем. Ваши ответы не совпали. Ну, я учту твои пожелания, Маш. Это на будущее. Понимаешь, Егор, сколько ты должен работать, чтобы... Я вообще не разбираюсь в камнях. На КамАЗе тебе привезу это кольцо. Можно без камней вообще? Это они выпадают у меня всегда. Такой не потеряешь, точно. Я тебе подскажу, Егор, знаешь, бриллиант в 100 карат стоит приблизительно 1 миллиард 200 миллионов. А это абсолютно нормально для Маши. Ой. А, это нормально, это мелочь. Конечно. На самом деле, я не разбираюсь в камнях, и вот это вообще... Ну... И поэтому она пишет 100, да? Маш, зато теперь ты знаешь, что 100 карат — это хорошо. Ага, и дорого. Это к минимум 1 миллиард 200 миллионов долларов. Саранхэ, шоу, где влюбленные получают деньги лишь за то, что знают друг друга по-настоящему хорошо. Сегодня наш тест на любовь проходит Егор из города Кинель и Мария из Минусинска. 30 тысяч рублей вы уже заработали. Так, следующий вопрос. У нас осталось их всего два. Финальные два вопроса. И следующий вопрос для Маши. Маша, где, по мнению Егора, прошло ваше самое запоминающееся свидание? Время пошло. Пам-пам-пам. Итак, друзья, 5 секунд. Маша, 3, 2. Отлично. Успели. Посмотрим, что же ответила Маша. Парк. Ой, Маш, как оригинально. А у нас нигде вообще не было. В смысле? Вот это да. Мы только гуляли с тобой все время. Спасибо, Маша. Какой парк? Я не помню, где. Ой, Маша, 100 карат, парк. Да я про камни-то вообще не знала. Ой. Я у тебя без камня кольцо просила. Мы, наверное, расстанемся после этой передачи. Уже все. О, можно заканчивать. Давайте посмотрим, что же ответил Егор. Я хотела написать. Мы с тобой. Я хотела так написать. Ваш. Давайте поддержим ребят, чтобы они не расстраивались. Ваши ответы, к сожалению, не совпали. Мне в парке больше понравилось. У вас очень классный возраст, когда вот можно спорить, парк или автобус. Ценим минимум, да. Знаете, я вам скажу, что 30 тысяч рублей – это хорошо. Но 40 еще лучше. Да, поэтому давайте соберемся и ответим на последний, финальный вопрос. Ответим правильно, одинаково. И заберем еще 10 тысяч рублей. Поехали. Егор, кто, по мнению Маши, должен первый идти на примирение после ссоры? Время пошло. По мнению Маши. Итак, справились за 5 секунд. Посмотрим, что же написал Егор. Я, Егор. Маша приходит, Егор. Я личности просто, я так конкретно указываю. Может, ты уже со мной помиришься, Егор? Она приходит такая, кто виноват? Я, Егор. Какой изда? Да нет, шучу. Давайте посмотрим, что же ответила Маша. Ой, я даже не удивлен. Кто мог подумать? Точно, кто бы мог подумать? И еще 10 тысяч вы заработали благодаря тому, что виноват кто? Я, Егор. Маш, тебе не жалко его? Ну, иногда же можно сказать, ну, ладно, Егор, не ты сегодня виноват. Ну, ладно. Я прощаю тебя, не ты сегодня виноват. Ну, я так, я и звоню. Я звоню первой, вот ты вообще... Ты не хочешь извиниться вообще? Да, ты не хочешь извиниться. Да! Так ты себя вообще ведешь? Он говорит, плохо. Я говорю, вот подумай над этим, и везде его блокирую. То есть, понимаете, у меня даже нету шансов извиниться, потому что все блокируется. Есть, у меня столько подруг, которые можно написать. Ну, так он и делает. Подруг.
перед которыми тоже можно извиниться. Они мне потом пишут, разблокирую его. Я такая, ладно, время пришло. Я разблокирую его, и он извиняется. Друзья, не могу вам не сделать уникальнейшее предложение поиграть со мной в супер-игру и заработать вместо 40 тысяч. Не маши мне, Маша, раньше времени. Я же сейчас расскажу и заманю все-таки. Вместо 40 тысяч заработать 120 тысяч рублей. Всего три вопроса, всего три ответа. И вы заберете вместо 40 120 тысяч рублей. Вы просто представьте. 120! Понимаешь, Анатолий, вот даже 120 тысяч рублей – это очень большая сумма для нас. Но камень в 100 карат я все равно не куплю на эти деньги. Нет, ну, просто... Вы еще так молоды. Нет, ребят, 40 тысяч. Что такое 40 тысяч? Возможность выиграть 120 тысяч рублей. Всего три вопроса. Совпадут ответы, 120 ваши. Прям на выходе. Там есть человек с мешком. 120 тысяч. Спасибо. Спасибо. 40 тысяч тоже хорошо. Ребят, соглашайтесь. Реально, это реальная возможность выиграть. Нам, вы видите, как мы играем-то плохо. Ничего нет, играем-то мы хорошо, Маш, нет, не ты надо. Плохо играешь, я хорошо. А, то есть вот так. Да. 120 ощутимо, вы молодые, надо наоборот рисковать. Будет что вспомнить. Сейчас, ну, скажем, ну, мы участвовали, ну, выиграли там 40 тысяч, потратили непонятно куда и забыли. А суперигра, а выиграете суперигру? Фу, мы участвовали, суперигру выиграли, 120 тысяч рублей. Это уж серьезно. Ты хочешь? Не, ну серьезно, как бы я бы рисковал. Да, игра. Очень заманчиво, но нет. Давай. Нет. Давай. Нет, Маша. Да зачем? Нет. Нет, Маша. Нет. Три вопроса, три ответа. 120 тысяч рублей. Дай монетку. Нет, Маша. Давайте на Сулифа. Ну, реально терять нечего, нет, ты понимаешь? Маша. Финальный ваш ответ. Отвечает Маша. Маша. Играем ли мы в супер-игру, да, где можно выиграть ответим. 120 тысяч рублей? Вот именно что. 120 штук. Вот представляешь, ты сейчас согласишься, а вот чем дольше ты ломаешься, потом согласишься, вы выиграете 120 тысяч, представляешь, сколько она будет тебе говорить? Я ж тебе говорила, это мои 120, и не поделится даже потом с тобой, скажет, мои 120, она 40, ты не хотел не поделится, вообще играть. Вот именно тут. Ну, ты такое говоришь. А? Тем более, что тебе терять тогда, если она даже 40 с тобой не делится? Егорка, я в твоей жизни жил бы вот так. Просто я и так вот так живу. Ничего бы себе не отказывал. По паркам, по автобусам. Зачем себе в чем-то отказываться, если она с тобой не делится? 120? Может, там скажешь, ну я же согласился, дай пятерку. Ну, как бы, чтобы я на таксишечке поеду. Дай мне билет на автобус, пожалуйста. Нет, Маша. Я не знаю, я не умею его говорить. Да? В этом я не сильна. Финальный ответ от Егора. Играем в суперигру? Нет, не играем. Тогда я вас поздравляю. Вы выиграли 40 тысяч рублей на шоу «Саранхэ». Это было шоу «Саранхэ», где только что Маша и Егор заработали 40 тысяч рублей. Эти деньги вам достались просто за то, что вы знаете друг друга чуть-чуть. Очень хорошо. Очень-очень. Во всяком случае, куда их потратить, вы, я думаю, точно знаете. Я вас поздравляю, друзья. Ну, а я, Анатолий Цой, прощаюсь с вами и говорю каждому. Саранхэ, я тебя люблю. До скорого.